Всем привет! Поздравляю вас с первым днем весны! На самом деле не об этом сегодня. Когда я был в Москве, Андрей записывал видео по поводу следующего видео в серии «Как построить каркас». Он мне там прислал там эти кусочки видео, я их склеил, выложил. Но потом оказалось, он мне позвонил через несколько часов, сказал: «Джастис, ты неправильно там склеил, там я тебе прислал 3 видео, а ты всего лишь 2 там склеил. Там самое ядро, самая начинка в тот часть, которую ты не выложил». Поэтому я убрал его с канала. Может быть, вы увидели вот эту следующую часть в нашей серии, там, допустим, несколько, там, 3-4 дня назад, или там недели назад уже, да, вот, и потом она пропала, да. То есть, если ты там комментировал что-то, лайки ставил, конечно, через свой там пульт управления можешь зайти, но сейчас выложу, вот в это видео будет как раз полноценное вот та видео. Вот, и она у нас войдет в серию. Поэтому без дополнительных слов. Прежде чем приступить к выполнению перекрытия второго этажа, нужно определиться с толщиной балок. Вот. Исходя из допустимых нагрузок, которые впоследствии будет испытывать наше перекрытие. Вот. Для этого необходимо произвести расчеты с использованием такой науки, как сопромат. Многие изучали в высших учебных заведениях. Вот. Для тех, кто не сталкивался с этими сложными вычислениями, есть более простой метод. Это вот использование различных справочников и таблиц. Вот. И сейчас я вам покажу такую таблицу с американского справочника. Вот. Попробую рассказать поподробнее, что у нас здесь есть. Значит, здесь у нас представлены допустимые нагрузки, вернее, допустимые длины перекрытий для жилых помещений. Вот здесь нужно отметить, что именно жилых помещений, не промышленных, то есть кирпичи сюда нельзя укладывать, это обычное жилое помещение американского стандартного дома. Вот в этой колонке у нас представлены типы деревьев, то есть нас интересуют, как правило, только два типа. Это large, это лиственница, и pine, это сосна. Вот в следующей колонке great указан сорт дерева, то есть первый, второй, третий. Вот, я рекомендую использовать при, скажем, качестве тех балок, которые нам поставляются, это второй и третий сорт. Вот, дальше что у нас? Вот с правой стороны мы видим толщину балок. Вот желтая — это 15-я доска, вот эта серая 2 на 8 это 20-я доска, и 2 на 10 это у нас 25-я доска, то есть 250 миллиметров. Вот. Дальше, ниже, под каждым столбиком указан шаг, с которым мы будем укладывать наше перекрытие. То есть 12, 16, 19 и 2, 24 – это, соответственно, 30, 40, 50 и 60 сантиметров. Вот. Дальше, вот просто покажу на нашем случае. То есть мы использовали доски для перекрытия 250 сантиметров, 250 миллиметров, то есть это 2 на 10. Также мы решили делать шаг досок, это через каждые 40 сантиметров, то есть 16 дюймов. Вот. И при нашей породе дерева, то есть это сосна, мы смотрим, что допустимая длина перекрытия, длина пролета балки у нас 14,6 дюймов, то есть это, соответственно, 435 сантиметров. Так, то есть в нашем случае у нас длина пролета была 380, по-моему, сантиметров, то есть вот мы обеспечили такой запас небольшой. Вот. После того, как мы определились с толщиной перекрытия, мы приступаем к выполнению, мы приступаем к выбору типа платформы перекрытие между первым и вторым этажом. Вот. Я вот решил выбрать, скажем, более теплую такую платформу. Это тоже американский тип исполнения. То есть в чем ее отличие? Отличие главное в том, что у нас нет холодного ригеля, который проходит по всему периметру дома и, скажем, вот этой несущей доской выступает на улицу. То есть мы ушли от этого варианта. И как мы это сделали, я сейчас вам покажу. Вот смотрите, у нас есть вот балки, которые у нас выходят как в одном направлении дома, допустим, вправо, да, так и влево.
То есть так и в другом направлении дома. Но левое направление дома, оно сделано за счет коротышей, коротких брусков. Вот. То есть теперь нужно посмотреть на детали. Come over here, we show details. Так. То есть вот эти бруски, коротыши, у нас они прибиваются на 4 гвоздя в торец. Торец вот этой длинной доски. Вот. Также вот эти короткие бруски, они сбиваются на косую со стеной. Вот. Для чего мы сделали вот этот угол? Вот. Этот угол будет нести на себя часть нагрузки от стен. То есть мы не могли его оставить просто открытым. Вот. Здесь, как бы это скажем, слабое место в плане теплопотерь, потому что здесь у нас не будет ваты, но будет, скажем, дерево. Мы также утеплили леном все вот эти вот щели, то есть, чтобы сократить все теплопотери. Вот. Дальше, вот как мы собирали эти перекрытия. Вот некоторые люди сначала выставляют вот эти вот лаги и затем уже пытаются подгонять и вставлять вот эти вот бруски после того, как установлены лаги. Это, я считаю, неправильно и долго. То есть мы делали как? Мы поставили одну балку, прибили все вот эти вот боковые к ней бруски. Затем мы прибили следующие бруски здесь и там. Вот. И уже ставили следующую балку. И так, то есть шли последовательно, устанавливая каждый брусок. Вот. Сейчас мы покажем, для чего нужны вот здесь вот бруски. То есть в центре вот самого нашего длинного перекрытия, где как раз длина у нас что-то там 380 сантиметров, мы сделали дополнительные мостики, которые добавляют, ну, как минимум 15% жесткости конструкции, то есть жесткости нашего перекрытия. Если здесь вот так вот попрыгать, то вот, в принципе, достаточно нормально. Вот. Это как мы выполняли. Я вот показал, как мы выполнили угол. В принципе, подобным образом выполняются все 4 угла. Вот. Что еще здесь можно показать? Также, что каждый из лаг вот этих 380 сантиметров скрепляется гвоздями со стеной. По 4 гвоздя. То есть 2 с одной стороны, 2 с другой. Так, ну вот общая картина видна, в принципе. Потом мы еще покажем снизу, как все это выглядит. Вот. Ну, на этом, наверное, дополнительных объяснений не требуется. То есть, как я уже сказал, что у нас утеплитель будет укладываться снаружи, вот отсюда. И таким образом мы сократим поступление холода с холода в потолочное перекрытие. Все. Вот, хотел наглядно показать, как наша работа выглядит со стороны, то есть, а также рассказать про два типа платформ, их преимущества и недостатки. Первая платформа, так называемая холодная платформа, состоящая вот из двойных балок по всему периметру. Соответственно, так как дерево является более, скажем, худшим материалом по показателям теплопроводности, чем, скажем, минплита, соответственно, она будет являться более холодной. Вот. А второй тип платформы, как мы сделали на втором этаже, он будет являться более теплым. Мы создали вот такие ячейки, куда будет укладываться по всему периметру утеплитель толщиной там 15-20 сантиметров. Вот. Соответственно, нагрузка от балок у нас будет переходить на конный ригель. Вот. Некоторые люди ставят, допустим, балку еще вот на улицу, как вот здесь, да, и получается, что оконный ригель в этом случае у нас работать не будет. Его можно и даже не делать. Вот. Ну и, наверное, на этом все. Ну вот, у нас тоже не бывает без ошибок, поэтому всяко бывает. Но надеюсь, что это принесет ясность вам по поводу пола, по поводу потолка, когда вы будете строить, возможно, каркасное строение на этой нашей, вашей, господней земле. Давайте с Богом.